Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, это канал о вязании. Сегодня хочу вам предложить связать вот такой симпатичный, весьма практичный джемпер на лето с короткими рукавами. Здесь сочетается у нас целых 4 узора. Смотрите, снизу идем вот такой фантазийный узорчик с вытянутыми петлями. Здесь тоже идет вытянутые петельки. Посередине, да, здесь идет лицевая гладь в сочетании с изнаночным рядом, да, и здесь идет у нас сеточка такая тоже, ажурный узорчик симпатичный. На лето самое, что нужно, девочки, не жарко, не маркий цвет, да, то есть носить на повседневку самое, что надо, куда-нибудь в поездку одеть, на любой размер такой джемпер подойдет, да. То есть такая вещь универсальная и очень приятная внешне выглядит, да. И еще очень немаловажный факт – легкий узор. Эти узорчики вяжутся очень просто и легко. И сегодня вы сами в этом убедитесь, когда мы начнем с вами вязать все эти узорчики. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. Итак, мои хорошие, как всегда, в нашем мастер-классе будет, значит, полноценный разбор узоров. Мы свяжем с вами образец, будем определять плотность вязания. Вот, мы будем с вами делать расчеты на 2 по 52 размер. Будет у нас сегодня разрабатываться индивидуальное описание. Итак, смотрим пряжу, которую я выбрала для данного джемпера. Для вязания этого красивого джемпера я выбрала пряжу Gazal джинс, турецкая пряжа, 50 грамм на 170 метров, 42% акрила, 58% хлопок. Средней толщины ниточка, хорошей скруточки. Я вязала спицами 3,5. Вот так выглядит наш узор. Здесь у нас 3, получается, чередуются узора. И все 3 мы будем сегодня с вами вязать. Первый узор называется фантазийный. Видите, да? Второй узор вытянутыми петельками. И третий сетчатый узор. Еще в нашем джемпере будет применяться лицевая изнаночная гладь. Ну, там, в общем-то, платочная вязка для планки. Конечно, я их не вязала. Очень приятный получается топ, джемпер с короткими рукавами, да, очень интересный получается узор, мотив такой, видите, весьма-весьма заманчивый, я бы так сказала. Сеточка вот эта наша хорошо, эффектно смотрится, на жару самое-самое, что ни на есть, красота, которую вы не купите в магазине, что главное, да. Это эксклюзивная вещь, которую можно связать своими руками. И, в общем-то, она подойдет на любой возраст, на любой размер. Давайте посмотрим с вами схемы узоров. Схема 1 выглядит вот таким образом. Здесь даны подробно объяснения, условные обозначения всех элементов, которые используются в схеме. В схеме 6 петель ширина раппорта и 8 рядов высота. Называется этот узор фантазийный. И будет у нас он идти самый первый из всех узоров. То есть это нижняя часть, получается, джемпера, спинки и переда, вяжется этим узором. Далее, итак, в схеме 2 тоже 6 петель раппорта узора и 4 ряда высоту. Это сетчатый узор, который вяжется в верхней части джемпера, который мы тоже с вами будем вязать. Кроме того, у нас будет с вами использоваться
вот такое описание, выложенное под видео, в котором я очень подробно все буду рассказывать. Итак, смотрите, мои хорошие, последовательность вам действий обозначаю. Размеры, которые мы будем сегодня с вами использовать в нашем описании, 42, 44, 46, 48, 50 и четвертый размер 52. Пряжу вы уже посмотрели. Общий расход пряжи у нас приблизительно 300-400 грамм будет на вот эти все размеры. Вы видели, что очень легкие узоры. Схемы к ним очень простые, да? Смотрите, спицы используем 3,5 и для обвязки выреза горловины круговые спицы тоже 3,5 понадобятся. Фантазийный узор вяжем по схеме 1. Будет еще у нас с вами сегодня следующий, второй узор по возрастанию. Узор со спущенными петлями. Мы тоже будем его с вами вязать. Здесь есть описание этого узора, кому нужен. Узор из поперечных полос. Будет всего 20 рядов вязаться. Вот. Сетчатый узор верхней части нашего джемпера вяжется по схеме номер 2, которую я вам показала. Плотность вязания мы будем с вами сегодня определять в процессе. Здесь я вот все это, выноски все эти сделала по плотности. И наше описание вязания. Здесь, видите, по 4 размера идут. То есть вот 4 мерки используем, да, то есть 92 петли, 98, 104, 110. Как, из чего складывается именно такое количество петель, я подробно рассказываю в конце видео, после того, как свяжем образец и определяем плотность. Как расположить узоры, сколько раппортов в каждом из размеров используем. Все там, девочки, все там, смотрите, там мы рассчитываем. Там все подробно. Здесь в нашем описании под видео будет последовательность узоров выложена, да, сколько рядов, каким узором мы вяжем. Вот, через какое количество сантиметров, переведенные в ряды, мы меняем узор на сетчатый, да, и, в общем, здесь все подробно я расписываю с учетом нашей полученной плотности. Почитайте, пожалуйста, девочки, внимательно. Все это дело очень интересное и очень важное. Так, и, в общем, по рукаву то же самое. И сборочка у нас. После того, как мы сошьем с вами все детальки, соединим, я думаю, что надо будет обвязать вырез горловины на круговых спицах. 4 ряда платочной вязкой. Вот таким образом у нас с вами выглядит выкройка к данной модели. Рукав короткий, да, длиной всего 15 сантиметров, спущенный рукав, широкий, довольно используется такой вариант. И, в общем-то, глубокий вырез горловины, ну, а больше ничего сложного здесь нет. Все размеры стоят, поэтому без труда можете вносить корректировочки, если что-то у вас здесь не подходит по размерчику, немножечко корректируем, да. А так, в принципе, стандартные мерки по размеру, поэтому думаю, что с этим у вас проблем, девочки, не будет. Вот и все. Так, ну и все, мои хорошие, собственно. Все это описание будет под видео. Давайте приступим с вами к вязанию образца. Для вязания образца я набрала 38 петель. Значит, у меня 36 петель идет раппорт. Получается 6 раппортов по 6 петель и 2 кромочные. Вы можете, девочки, набрать любое количество петель кратной 6 и 2 кромочные прибавить. Итак, я начинаю показывать первый ряд фантазийного узора. Первый ряд у нас вяжется все лицевые петли. Все лицевые. Вяжем так до конца ряда. Второй ряд у нас все петли будут изнаночные вязаться. Все петли вяжем изнаночными. Вяжем так до конца ряда. Вяжем с вами третий ряд, все петли лицевые. До конца ряда вяжем все петли лицевыми.
Иными словами, можно было бы сказать, что первые три ряда узора мы вяжем лицевой гладью, да? То есть, понимаете. Продолжаем до конца ряда. В четвертом ряду вяжем 2 накида лицевая, 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 2 накида лицевая. И так, девочки, до конца ряда вяжем. Пятый ряд у нас самый с вами знаменательный для данного узора. Вяжем следующим образом. Будьте внимательны. Кромочную сняли. Смотрите. Снимаю накиды, вытягиваю петли. 6 петель вытягиваю. 3 вытянула, да? Далее опять. 1, 2, 3. Должно получиться 6 петелек. Все должны быть одной длины. Вытянуть их надо так. И смотрите, сейчас будем перекрещивать с вами первые 3 петли перед работой, следующие 3 петли за работой. Поменяем их местами. Они легко поменяются, не спустятся, не бойтесь. Видите, перекрестила я налево. Возвращаю эти петли на левую спицу и вяжу все 6 петель лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Видите? Вот что у меня получается. Следующее то же самое проделываем с 6 петельками. Снимаем накиды. Петельки делаем длинными. Снимаем накиды. 6 раз так делаем. 3, 4, 5, 6. 6 петель. Опять их перекрещивать будем таким же образом. То есть первые 3 у меня перед работой, следующие 3 за работой. Видите, я их поменяла местами, вот таким образом перекрестила. И вяжем их как 6 лицевых. 1, аккуратно, 2, 3, 4, 5, 6. Все. Следующий то же самое проделываем, да? То есть спускаем накиды. 6 петель у нас должно быть длинненьких. 3, 4, 5, 6. И также их меняем местами, перекрещиваем налево. Первые 3 перед работой, следующие 3 за работой. Все, вяжем их как 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все. Поменяли их местами. Классно, да? Вяжем, девочки, так до конца ряда. Итак, связали 5-й ряд. Переворачиваем наше вязание. Кромочную у нас не забываем. Снимаем ее. И у нас все петельки вяжутся лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И, девочки, не переживайте, что они там как-то неудобно широкими, большими получаются. Все до конца вяжем лицевыми. Они потом все выровняются, будут очень красивые, когда мы все свяжем. Вяжем лицевые петельки до конца. 7-й ряд у нас с вами. Снова все петельки лицевые. Вяжем до конца ряда все петельки лицевые. Продолжаем. 8-й ряд у нас. Снова все петельки лицевые. То есть получалось, что 6, 7, 8 ряды мы вяжем платочной вязкой. То есть все петли лицевые, если так можно выразиться.
и назвать это. Вяжем до конца ряда. Мы с вами связали полный раппорт узора, который составлял 8 рядов в высоту. Теперь повтор с 1 по 8 ряд снова. Следующий узор, который мы с вами будем вязать, узор со спущенными петельками. 4 ряда в нем это раппорт узорчика и всего 2 петли в ширину. Вяжем следующим образом. Вот я уже связала первый раппорт со спущенными петельками. Показываю, как это делать, девочки. Давайте с вами вместе свяжем. Так, кромочную сняли. Первый ряд идут все лицевые петельки. Все петельки вяжем лицевыми. Вяжем так до конца ряда. Во втором ряду вяжем изнаночная накид. Изнаночная накид. Смотрите, изнаночная накид. Изнаночная накид. Изнаночная накид. Изнаночная накид. Изнаночная накид. Изнаночная накид. Итак, девочки, до конца ряда. Третий ряд вяжем следующим образом. Смотрите, сбрасываем накид, вяжем скрещенную лицевую. Скрещенную, девочки, это значит, что мы вяжем петельку наоборот, не так, как привыкли. Я, например, вяжу бабушкины петли, и я вяжу за заднюю стенку, да, вот так. Если вы вяжете классическим способом, то вы вяжете за переднюю стенку. Так вот, сейчас я буду вязать наоборот. Не как привыкла за заднюю, а вяжу за переднюю лицевую. Опять сбрасываем накид, скрещенная лицевая. Сбрасываем накид, скрещенная лицевая. Сбрасываем накид, скрещенная лицевая. И так до конца ряда вяжем. Сбрасываем накид, скрещенная лицевая. Сбрасываем накид, скрещенная лицевая. Петельки получаются у нас вот такие вытянутые, видите? Продолжаем. У нас должно с вами получиться вот такой вид сейчас. Видите? Вот такие длинненькие петельки скрещенные. И четвертый ряд у нас вяжется, все петли лицевые. До конца ряда кромочную сняли и все петельки вяжем лицевыми. Продолжаем до конца ряда. И после того, как свяжем, повтор идет снова с первого ряда этого узора. А сейчас мы свяжем с вами по схеме 2 сетчатый узор, который у нас тоже применяется в нашем джемпере. Первый, значит, 4 ряда у него в высоту и также 6 петелек в ширину раппорт. И вяжем. Смотрите, вот я уже связала 2 раппорта. Вот так он выглядит, сеточка эта красивая. Итак, смотрите, первый ряд у нас идет 2 лицевые, 2 накида подряд. Снова 2 лицевые. Далее раппорт повторяется. Снова 2 лицевые, 2 накида подряд, 2 лицевые. Далее опять. 2 лицевые, 2 накида подряд, 2 лицевые. Но проще, девочки, вот так делать. Смотрите. 2 лицевые, 2 накида подряд. И смотрите, как я для себя, мне так считалочка такая была более приятна. 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 2 накида. Опять 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 2 накида. 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 2 накида. И так до конца ряда вяжем. 4 лицевые, 2 накида. Снова 4 лицевые, 2 накида. И завершаем все 2 лицевыми. Кромочную вяжем изнаночной. Дошли до второго ряда. Будьте внимательны, смотрите, как вяжем во втором ряду. Вяжем с вами 2 вместе изнаночной. 2 вместе изнаночной.
Затем первый накид у нас идет, мы вяжем его изнаночной, второй лицевой. И снова 2 вместе изнаночной. Это был у нас раппорт узора связанный. Здесь опять-таки проще всего вязать следующим образом. Вот у нас второй раппорт пошел, да, то есть опять вяжем 2 вместе изнаночной, первый накид изнаночная, второй лицевой, 2 вместе изнаночной. И как мне кажется, было бы проще, снова вяжем 2 вместе изнаночной, первый накид лицевой, первый накид изнаночной, то есть второй лицевой. Далее 2 раза подряд 2 вместе изнаночной, 2 вместе изнаночной, первый накид изнаночная, лицевая. Опять 2 вместе изнаночной, 2 вместе изнаночной, первый накид изнаночный, второй накид лицевая. Мне вот так проще с девочки вязать. 2 вместе изнаночной, 2 вместе изнаночной, первый накид изнаночный, второй лицевая. И так далее вяжем до конца ряда. В третьем ряду у нас все в шахматном порядке меняется. То же самое, трехсеточка будет по-другому располагаться. В общем, смотрите. Вяжем первый накид, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Снова накид. Связали раппорт узора. На самом деле мы будем вязать то же самое, да? Вот второй раппорт пошел, снова накид. То есть, видите, двойной накид. И далее 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Опять двойной накид, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Так проще, просто такая считалочка. Двойной накид, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Понятно, что в шахматном порядке у нас эти дырочки будут располагаться. Ну, как-то вот так вот. Проще, да? Так, 4 лицевые, опять двойной накид, 4 лицевые. И так до конца ряда вяжем. Четвертый ряд вяжем. Если кто не знает, схема у нас читается в изнаночных рядах слева направо. Не как мы обычно вяжем справа налево, а тут наоборот. Так, и вот у нас четвертый ряд вяжем. Первый идет лицевая, тут накид был, да? Далее 2 вместе изнаночной. Затем опять 2 вместе изнаночной. Изнаночной, первый накид изнаночной, второй. Все, раппорт связали. Я уже второй раппорт вяжу. То есть нам так проще, мы переходим снова. 2 накида, первый изнаночный, второй лицевая. Затем вяжем 2 раза подряд. 2 вместе изнаночной. 2 вместе изнаночные. Первый накид опять изнаночная, лицевая. Снова 2 вместе изнаночные, 2 вместе изнаночные. Первый накид изнаночный, второй лицевая. Снова опять 2 вместе изнаночные, 2 вместе изнаночные. Первый накид изнаночный, второй лицевая. И так до конца ряда вяжем. Итак, смотрите, девочки. Вязали мы с вами все эти основные узоры. У сеточки раппорт у нас будет повторяться с 1 по 4 ряд снова, да. И сейчас необходимо измерить плотность образца нашего по ширине, по вертикали. И хотела бы я заострить внимание, что я уже вот сейчас вижу, что у нас сетка явно будет плотность значительно больше, чем у остальных других узоров. Видите, явно она шире идет, поэтому плотность будет различная. И это надо будет учитывать в нашем вязании. Итак, давайте сделаем влажно-тепловую обработку образца. Горячим паром я вот так воздействую на наш образец. Давайте его, он стал влажным и очень податливым. Его надо тянуть, девочки. Тянем его как в ширину, так и в высоту. Сейчас он у нас вытянется, примет то самое положение, которое ему, собственно, будет присуще.
Так, все равно плотность разная, я вижу. Как его не тяни, а плотность все равно будет у сеточки другая. Так. В общем, вот таким образом у нас получается с вами. Оставляем все это дело сохнуть. Сейчас наша задача измерить ширину и высоту образца и сделать нехитрые расчеты по определению плотности. Итак, начинаем. У нас узоры разные с вами по плотности будут, очевидно. Верхний узор сетчатый будет довольно другой плотности иметь, сильно отличающийся от основного полотна. Ну давайте, девочки, вот у нас лежит с вами все высохло, все замечательно. Измеряем ширину. 20 сантиметров у меня получается и тут, и тут. Так, то есть два узора у нас с вами по 20 сантиметров. Мы набирали 38 петель. 38 поделим на 20 сантиметров. Получаем плотность 1,9. Я запишу в одном сантиметре 1,9 петель. Это для фантазийного узора и узора с вытянутыми петлями. И второй узорчик сетчатый у нас в виде сеточек. Измеряем. Так, ну здесь, собственно, получается 23,5 вот у меня. Так, ну тут прям широкенький-широкенький. Давайте еще раз посередине здесь. Вот. 24, девочки. Итак, 38 петелек участвовало на 24 сантиметра. Получаем 1,58, ну 1,6, да? То есть я пишу в одном сантиметре 1,6 петель. Это узор сетчатый, сетка, а это вытянутые петли и фантазийный узор. Так, и теперь вертикальная плотность у нас с вами идет. Я ее, наверное, буду мерить общую, девочки, потому что здесь будут чередоваться друг за другом узоры. Давайте приблизительно они одинаковое количество рядов, ну как бы сантиметров занимают, да? Поэтому смотрите, измеряем. У меня получается 19 сантиметров. Общая высота узора 19 сантиметров. И в узоре участвует, сейчас скажу, сколько рядов. Так, и смотрите. У меня два раппорта были фантазийного узора, это 16 рядов. Затем 8 раппортов у меня был узор с вытянутыми петлями, это 2 раппорта по 4 ряда. И сетчатый узор у меня здесь использовался 3 раппорта по 4 ряда, то есть 12 рядов. Итого 36 рядов. И мы сейчас с вами 36 поделим на 18. На 19 у нас было 19 сантиметров. Вот такая вот 1,9 величина средней плотности. То есть я пишу, что в одном сантиметре 1,9 ряда. Это у нас получилась общая плотность по вертикали. Вертикальная плотность. Я ее выделила, видите? Так, и еще у нас будет там использоваться лицевая гладь. Я знаю, что у этого узора плотность лицевой глади, я уже вязала из него лицевую гладь, получалось у меня 2,2 ряда. Вот такая была плотность для лицевой глади. Так, и соответственно, сейчас мы будем с вами... А, и в одном сантиметре по горизонтали лицевой глади у меня было 2 петли. Так, я пишу лицевая гладь. Лицевая гладь. Так, девочки. Ну и, собственно, имея вот эти все показатели по выкройке, сейчас будем описание составлять. Так, мои хорошие, вот такая у нас будет выкройка использоваться. Описание я буду составлять для размеров 42, 44, 46, 48, 50 и 52. 4 у нас будет использоваться мерки. Первая мерка 24. Так, 48 сантиметров, вторая мерочка на 46 размер, 52 сантиметра.
на 48-50 сантиметров, размер 55 сантиметров и третья и четвертая мерочка 58 сантиметров на 52 размер. И, соответственно, определяем сразу с вами, сколько петелек набрать. Поскольку мы с вами посчитали, что у нас плотность в одном сантиметре 1,9 петель, это средняя полуплотность для узоров, которые сейчас будут с самого начала идти, кроме сетчатого. То есть здесь у нас идут с вами три узора. Фантазийный узор, узор со спущенными петлями и узор из поперечных полос. Вот. Ну, иными словами, там сочетание идет лицевой глади и изнаночных рядов. И, в общем, смотрите, что получается у нас с вами. Давайте определим количество петель, которые у нас будет набираться по спинке и переду. Мы с вами для этого умножаем наши сантиметры. Первый размер 48 сантиметров умножить на плотность 1,9. По горизонтали плотность. 92 петли я написала. Должно быть четное число, поскольку в рапорте используется у нас с вами 6 петель. Да? Второй размерчик у нас шел 98 петелек получился, то есть я 52 также умножила на одну плотность 1,9, 98 петель я оставила. Третий размерчик у нас был с вами 55 сантиметров на плотность 1,9, 104 петли. И четвертый размерчик, там 58 сантиметров на плотность 1,9, получил 110 петелечек. Да? Все эти петельки у нас делятся кратно 6, да, плюс 2 кромочные получается. Я даже могу вам сказать, сколько раппортов понадобится. Сейчас мы будем об этом говорить, как набирать, как распределять узоры. Вот. Ну, я обычно это рисую, но здесь очень много придется рисовать, девочки. Я вам так устно скажу. Смотрите, там, где у нас 92 петли, 92 поделить на 6, это число петель в раппорте, это 15 целых раппортов, плюс 2 кромочные. Второй размерчик у нас идет, там, где 98 петель, также делим, 98 также мы поделим на 6, это будет 16 раппортов по 6 петель, плюс 2 кромочные. Соответственно, идет там, где 104 петли, это получается 17 раппортов плюс 2 кромочные. И там, где 110 петелечек на 52 размер, там получается 18 раппортов плюс 2 кромочные. Да? Вы поняли, как я получила эти цифры? Я делила количество петель на 6, то есть число петель в раппорте. С этим мы тоже определились, поэтому я схематично не буду рисовать, вы все поняли, да? Последовательность узоров вы тоже, наверное, поняли. Вначале у нас идет фантазийный узор, затем узорчик со спущенными петлями, затем у нас идет узорчик из поперечных полос, который мы с вами не вязали, но в описании это будет подробно расписано, под видео будет выложено описание. Подробно расписано, там будет у нас использоваться сочетание лицевых рядов и лицевая гладь и изнаночные петельки. То есть легко там, в принципе, разберетесь, несложно. Так. И четвертый узор, который у нас используется, сеточка. Сеточный узор, который у нас идет уже, вот смотрите, штрих-пунктирной линией. И у него другая плотность. Помните, мы с вами определили, у сетчатого узора плотность по горизонтали в одном сантиметре 1,6 петель было. Здесь 1,9 была у этих узоров, а тут 1,6. Поэтому здесь у нас будет идти убавки. То есть вот мы вяжем с вами 35 сантиметров теми узорами, которые я вам сейчас рассказала, да, три первых узора, а затем переходим на сетку и делаем убавки с вами. Убавки согласно плотности. Как это я сделала? То же самое, смотрите, я посчитала ширину спинки и умножил на другую плотность, не на 1,9, на 1,6. То есть на примере первого размера показываю, смотрите, 48 сантиметров
умножить на плотность 1,6. У меня получалось 76 петель. Должно быть четное число. Видите, я уже их все расписала здесь. В описании тоже все будет написано. То есть мы должны с вами в первом ряду сделать убавки. В первом ряду нашего сетчатого узора. Вы помните, что он там был простой, вот сетчатый узор. И, в общем, там потребуется сделать убавки. Вот. И убавки будут следующим образом складываться. Там я тоже в описании написала, сколько петель. Я просто показываю. Если у нас был для первого размера 92 петли, а надо, чтобы было 76, то есть я вычитаю 76, 16 убавок сделаем равномерно. Как же их так сделать, да, спросите вы. Как сделать 16 убавок? То есть 16 петель надо, смотрите, 92 петли поделить на 16. То есть в каждой пятой петле получается, ну здесь можно чередовать, каждой пятой, в каждой шестой петле делаем убавку. Вот так вот. То есть, в принципе, это понятно, как сделать. Рассказал вам на примере первого размера. Так, теперь что касается, давайте петельки посчитаем, сколько на вырез горловины и плечи. Поскольку здесь уже другая плотность, другое количество петель будет, поэтому, соответственно, будем исходить из нашей новой плотности 1,6. Смотрите, стоит ширина выреза горловины 11,5, половинчатый размер, 11,5 умножить на 2, то есть 23 сантиметра у нас получается ширина выреза горловины, и умножить на плотность 1,6. Будет 36 петель, девочки. Берем четное число. Так, 36. И что остается на плечи? Плечики тоже посчитать легко. Смотрите, первый размер показываю для примера. 76 петель у нас, отнимаем 36 петель вырез горловины, получаем 40 петель на 2 плеча. Делим на 2, на каждое плечо остается по 20 петель. Также определяем для других размеров. Все это будет в описании, я уже посчитала, девочки, там вы все увидите. Так, теперь давайте перейдем с вами на рукав. По низу я тоже уже посчитала, 66 петелек набираем с вами, сетчатый узор у нас будет здесь использоваться у рукавчика. Вот. И, в общем, поскольку у нас плотность 1,6, также умножаем с вами вот эти величины. Видите, стоят у меня самая широкая часть рукава. Я уже умножила на плотность 1,6. То есть первый размер, смотрите, 24,5 умножить на 2. То есть 49 сантиметров должно быть вот здесь. То есть широкий довольно рукав, 49 сантиметров. Умножим на плотность 1,6 по сетке. Получаем 78 петель. Вот, девочки, я уже это все получила. Ну и аналогично делаем вот эти все другие размеры. Два центральных размера одинаковые будут. То есть вот я их использую одинаковые. Там, где 98 петель и 104 петли, да, то есть для 46, 48, 50 размера я сделала одинаковые показатели. Вот они по центру будут, 84 петли. Далее надо определить, сколько прибавок нам сделать по скосу рукавчика. После того, как мы свяжем планку и начнем вязать узор сетчатый, нам необходимо делать прибавки справа и слева симметрично и равномерно. Для того, чтобы сделать равномерно, надо определить по вертикальной плотности длину рукавчика. Ну, у нас вертикальная плотность у сетчатого узора тоже мы с вами определяли 1,95. Получается 15 умножить на эту плотность по вертикали 1,95. Получаем 30 рядов, девочки. Может быть, у вас будет другая плотность. Мы все-таки, несмотря на то, что вяжем одинаково, то есть вы обязательно на этот момент обратите внимание. Вот, то есть я пишу вот как у меня получилось в расчетах. Мне просто интересно, как у вас получится. С этим сетчатым узором здесь не все так просто, да. Вот, значит, 30 рядов. И я показываю, как сделать расчет скоса. Мы из большего количества петель отнимаем меньшее. И то, что нам надо прибавить, делим на 2 скоса.
То есть 78 петель по верху рукава, отнять 66 по низу, получаем 12 петель. Всего надо прибавить. Разделим на 2, в каждом скосе по 6 петель прибавляем. Высота у нас рукава 30, получается, с рядов. И мы с вами 30 рядов поделим на 6 петель, то есть в каждом пятом ряду делаем прибавки по скосу. Также получаем для других размеров. Смотрите, 84 петли по верхней части рукава, отнять 66 по низу, 18 петель делим на 2, 9 петель по скосу прибавляем на 2 средних размера. И 30 рядов делим на 9 петелек, получаем в каждом третьем ряду прибавочку у нас идет. Ну и аналогично делаем для последнего 52 размера. 88 петель отнять 66 по низу, 22 петли делим на 2 скоса, на каждый скос 11 петель будем прибавлять на протяжении 30 рядов, то есть 30 поделить на 11 будем делать в каждом, получается, чередуем в каждом втором, в каждом третьем ряду будем делать прибавки. Вот, в общем, вот таким образом. Теперь что касается вертикальной плотности, здесь я тоже ее использую, девочки. Не забываем о том, что здесь необходимо обязательно по спинке и переду тоже руководствоваться вертикальной плотностью. Среднюю плотность я посчитала. У нас 1,95 по вертикали, то есть 35 сантиметров. Вот эта мерочка у нас стоит. Там, где мы вяжем с вами три первых узора, с плотностью средней 1,95, то есть 35 сантиметров надо умножить на плотность 1,95 по вертикали. Это 68 рядов, девочки. Вот мы вяжем 68 рядов с вами. Вот и переходим на сетку, на сетчатый узор. Я все это в описании излагаю подробно. Обязательно посмотрите под видео описание. А здесь я просто вам сейчас преподаю уроки, как говорится, мастерства, как с помощью плотности и наших размеров, которые стоят по выкройке, легко рассчитать петли, легко рассчитать ряды. Не игнорируйте, пожалуйста, вертикальную плотность. Обязательно сантиметры переводите согласно вертикальной плотности в ряды и вяжите согласно этих ваших вычислений. Да? Возможно, у вас будет другая пряжа, но вы не забывайте этот общий принцип. После стирки изделия вытягивается, и может так получиться, что она станет намного длиннее, чем вам хотелось бы. Поэтому в вертикальной плотности обязательно относитесь весьма серьезно и, значит, старайтесь ее прям точно определять. Вот. Особенно вот здесь, где у нас с вами используется целых 4 узора, да, обязательно надо здесь быть внимательным весьма при расчете этой плотности. Я старалась как могла. Надеюсь, я сюда все правильно посчитала. Вот на ваших глазах, в принципе, все осуществлялось. По аналогии можете сделать на своем образце такие расчеты по плотности. И по аналогии, конечно же, с помощью вот этих размеров на выкройке тоже сделать свой индивидуальный расчет. Я желаю вам моей хорошей удачи и до новых встреч!